друзья, привет! Доброе утро, вернее. Я на водоеме, и мне есть вам что рассказать. Одну минуточку. Наконец-таки ко мне приехала моя долгожданная лодочка. И это круто. Сейчас мы ее надуем, проверим и проведем небольшой тест-драйв по реке. Итак, лодка пришла мне вот в таком вот замечательном мешочке. Сама лодочка, как вы можете видеть, довольно легкая. Я ее спокойно держу в руке. Сзади вот такая лямочка удобная. Для того, чтобы можно ее было носить на плече. Что довольно круто. В данном мешочке присутствует насос, подушка, держатели для спиннингов и весло. И все помещается вот в такой вот маленький мешочек. Давайте его раскроем и посмотрим, что внутри. Здесь вот такая вот штучка. Бах-бах-бах. Первым делом я вижу, это насос. Данный насос позволяет нам как накачивать лодку, так же ее и спускать. То есть здесь два клапана. Один на вход, другой на выход. Что очень удобно. Так, тут сумочка, здесь был ремкомплект. Я, в принципе, все повытаскивал с нее. Она пустая в данный момент. Весла. Весла состоят из четырех частей. Раз, два, три, четыре. Как вы понимаете, это байдарочные весла. Так, это крепеж для спиннингов. В дальнейшем я покажу, зачем он нужен. Предлагаю достать наш баркас. Сама лодка весит 3-3,5 килограмма. Вот второй, кстати, держатель. Вот так выглядит данная лодка в раскрытом состоянии. Сейчас мы ее будем надувать. Лодка, кстати, не сказал, это Паркрафт, рыболовная версия. Сделала мне эту прекрасную лодочку под заказ фирма Time Trial. Питерская компания. Кстати, рекомендую, тоже не реклама. Возьмем наш насос. Сзади идет фиксатор. Сейчас мы его снимем, освободим ход. Оп, есть. Вот и все, друзья, все готово. Процесс занял не более 5 минут, если честно. В комплекте данной лодки идет вот такая вот подушка. Она же сидушка, она же. Так что давайте накачаем ее и продолжим. Данное сиденье кладется в лодочку. Вот так. И вот так забивается. Все. Так, ну что, продолжим. Давайте рассмотрим данную лодку. Во-первых, это не лодка, а Паркрафт. Вблизи и в накачанном состоянии. Накачивается вот такой вот борт большой. Довольно сидеть очень удобно. То есть она же как спинкой служит. Здесь наша подушечка, где мы сами сидим. Здесь впереди у нас идет вот такая сумка. Сумка водонепроницаемая. Здесь есть замок. Какие-то вещи, личные принадлежности. В общем, можно в нее сложить. Также есть дополнительные крепления в передней части. Что-то можно привязать. Вот тут несколько штук. И с той стороны. Сзади также 4 крепежа. Какой-то рюкзак. Тут можно веревкой либо резинкой стянуть. И он без проблем будет держаться. Люди некоторые велосипеды привязывают. Либо вперед, либо назад. В общем, кто как. Держатели для спиннингов. Они вставляются тоже элементарно. Оп. Готово. Давайте соберем весла. Весла состоят, повторюсь, из четырех частей. Ставим первую часть. Вставляется она тоже довольно просто, на защелках. Есть. Вторая. Вернее, третья уже получается. И четвертая. Все, готово. Вот так вот, просто, быстро. 7 минут, наверное, на все ушло, чтобы собрать
данную лодочку, собрать весла, накачать ее. Ну что, давайте ее протестируем на водоеме. Сегодня небольшая волна, что довольно, в принципе, хорошо. Я хочу проверить, как данная лодка ведет себя на волне, как ее устойчивость, посмотрим. С собой я обязательно взял также спиннинг, побросаем. Здесь по рыбалке я вам ничего не могу обещать, никогда здесь не рыбалил. Не знаю, ловится здесь хищник или нет. Просто выйдем на тест-драйв и заодно покидаем, несколько забросов сделаем спиннингом. Хочу вам еще показать одну интересную вещь. Это моя новая катушка. Как вы знаете, я до этого рыбалил на катушку Shimano Nextcape. Это довольно старая версия. И она, к сожалению, ну, она работает еще, но уже, к сожалению, начинает поскрипывать, пошумливать. Пришло время, в общем, ее заменить. Заменил я ее вот на такую интересную катушку. Сделал, провел с ней уже две рыбалки. Она мне очень нравится. Ход очень мягкий, плавный. Это катушка Daiwa Certata 2500. Вот так она открывается. Как вы можете видеть, да, я еле ее крутанул, она бежит. Это просто замечательно. Монтирую снасти, грузимся на лодку и отправляемся в наше первое плавание. Спешка ни к чему хорошему не приводит. Торопился с утра. И как выясняется, в данный момент я забыл сапоги, представляете? Сейчас буду делать спуск данного паркрафта в кроссовках. Я надеюсь, сильно не замочу ноги, но отступать назад я уже не собираюсь, так что едем вперед. Мы погружаем нашу лодочку в воду. Здесь хорошо песок, тихо, змея не уплывай. Вряд ли получится, но тем не менее. Да, я как-то залез. Сейчас попробую присесть. Опа. Так, ребята, я на месте. Попробуем развернуться и сделать. Блин, у меня к берегу тащит. Попробуем пойти против волны. Блин, вот если честно, надо приловчиться. Мне что-то пока не очень получается это делать. Байдарочник с меня еще тот. Ну, потихонечку что, идем. Из минусов захлестывает сильно воду с весел. Закидывает. По-хорошему, не знаю, надо какой-то чем-то ноги накрывать, потому что вода попадает. Надеюсь, по волне назад это будет лучше, быстрее. Движение. Ну, движусь потихоньку. Потихоньку иду. Метров 100 я уже от берега отплыл. Надо, конечно, приловчиться. Просто время нужно на ней поплавать. Река данная большая. Это залив. А на малой реке, я думаю, проблем вообще никаких не будет. Течения, ой, волны там нету. Так что можно будет смело передвигаться побыстрее. Вот. Самое главное, что данная лодка прекрасно себя ведет по волне, то есть ее там сильно не бросает, не разворачивает, еще как-то, то есть довольно уверенно она стоит. Волна, не скажу, что прям огромная, но она есть. Давайте попробуем поставить данную лодку на якорь, проверить, как она стоит. Мне просто интересно. Так, меня тут Алеха кружит. Якорек у меня вот такой складной. Соберу. Проверим. Я недалеко от берега. Метров 150-200 якорь стоит. Давайте сделаю. Ух ты! Боком развернул. Сделаю заброс. Проверим, что тут вообще есть. Мы же все-таки и на рыбалку тоже приехали, правильно? Друзья, я продолжаю рыбачить, кидаю, несколько забросов сделал,
пока тихо. Я предлагаю вам пока посмотреть мою вчерашнюю рыбалочку. Это небольшой отрывок. К сожалению, рыбы мы не поймали, но намучились изрядно. Были некоторые яркие моменты, которые я хотел бы вам показать. Давайте посмотрим. А рыба есть, слышь. Рыбинспекция, блин. Что-то тут... Порыбалить можно, нет? Порыбалить можно у вас? На спине. Мы отсюда, походу, не выйдем. Жесть. Как же нам... А ну, здесь тропа какая-то. Давай попробуем. Бля, она прям туда ведет, слышь? Прям туда ведет. Да здесь не вариант прыгать. Так, причем она и с той стороны горит тоже, смотри. Блин, засада. А что делать? Это сегодня денек. Ну, мы не здесь же шли. А? Мы ж не здесь шли. А где? Мы ж вон там шли. Где горит? Хрена его тут положила, слышь? По колено, блин. Ты за пух пробил его. Сейчас? Да. Кто, ты? Ага. Жесть. О, гля, какая-то подстригли быстро. Как ничего не бывало. А можно пройти? Не. Пойдем, нормально. Фу, свобода. Вот эту рыбалку я не забуду никогда. Чудная. О. Пипец. Тут прям конкретно горит. Охренеть там, гля. Ну красиво. О. У нас палатка сгорела, здрасте. А? Палатка сгорела. Что? У нас. У нас тоже горит. Есть. А у тебя это все. Да? И запалили, да. Потом после поварили, теперь я сейчас палевый сюда дом не сгорел. Ясно. Я сейчас выскочил все, блин. Забрался, сначала палил, чтобы же дом не сгорел. Еле сами успели ноги унести. Удочки погорели. Поймал две щелки, одну вот такую. Наверное, 3,5. А где? А мы куда его стояли, здесь стояли, сгорел. На что, на резину? Нет, ловил, не ловил. Я не разбираюсь сильно, я ловил на металлическую, на блесток. На желтую. У меня больше ничего нету. И вот эта херня, виброхоз называется. Сейчас, блин, курочку спалили, мы пошли, выпили пока. Пришли, меня на лодочке поподарили. Ладно, будет что рассказать за то это. А? Рассказать будет что. Щуки ловятся, костры горят, удочки горят. Самое главное, что стоит электрушка бензина. Бензина? Бензина. И рассказывает, что у него сгорело все, да? Да, я не поджигал, у меня все сгорело. А бензин в руках держит, да? Все, что надо, забрался, обогнала канистра. Понял? У нас палатка горела, у нас тоже. Сходу. Не растерялся. Говорит, пока выпить пошли, говорит, приходим, удочки погорели.
Жмакай лайк, подписывайся на мой канал. Впереди нас ждет много рыбалок, которые выйдут уже очень скоро.